Уважаемые жители Красноармейска, 29 ноября вы, несмотря на ненастную погоду и перенесенную дату голосования, пришли на избирательные участки и реализовали свое конституционное право, выбрав новую городскую власть. Высокая явка на этих выборах доказала, что за годы отсутствия в Красноармейске эффективной власти жители очень устали. Поэтому более 80% проголосовавших выбрали новый вектор развития Красноармейска, поддержав мою кандидатуру, партию «Ведро Джиня» и команду «Перемен к лучшему». Этот выбор очень ко многому обязывает меня лично и всю нашу команду. Мы понимаем, насколько важно оправдать доверие жителей Красноармейска. И поверьте, готовы работать ради этого, прилагая максимум усилий. Мне бы хотелось еще раз поблагодарить всех вас за поддержку. Уверен, что сообща всей громадой мы наполним жизнь Красноармейска новыми позитивными переменами.